История земельного участка на перекрестке Невского-Калинина в Петрозаводске пополняется новыми событиями. В пятницу на народном митинге горожане за 10 минут разобрали часть забора с помощью отверток и шуруповертов. Но спустя день забор вновь был на месте. Напомним, группа горожан добивается от мэрии расторгнуть договор с арендатором этого участка и создать здесь сквер. На прошлой неделе на депутатской комиссии в мэрии Петрозаводска было принято решение восстановить сквер на пересечении улицы Калинина и проспекта Невского. Предварительно депутаты договорились уже осенью поставить на сессии вопрос о выделении денег на благоустройство этой территории. Мэрия также пошла навстречу горожанам и приняла решение расторгнуть договор аренды на этот участок, о чем уведомила арендатора. Кроме того, оказалось, что немалая часть этого участка незаконно оказалась за забором. Это муниципальная земля, не входившая в договор аренды. Поэтому жители и разобрали забор, но арендатор восстановил ограждение. С этим согласны и горожане, и солидарны с ними представители общественности. Я считаю, что сегодня уже мэрия должна предпринять определенные шаги по демонтажу данного забора. Есть комитет по благоустройству, есть специальные службы мэрии, которые должны заставлять нерадивых арендаторов или нерадивых инвесторов решать вопрос в пользу горожан. В настоящее время арендатор подал в суд на участников митинга, считая незаконным снос забора. Слушание в мировом суде должно состояться на этой неделе. Также общественники считают, что арендатор, возможно, подаст в суд и на мэрию города, чтобы оспорить решение о расторжении договора аренды. Чтобы тяжба не затянулась и на этом месте действительно появился сквер вместо пустыря, горожане ждут от Петрозаводской мэрии решительных шагов.